Студенты увлеченно слушают профессионального ландшафтного дизайнера Веру Глухову. В рамках форума «Дизайн современного сада» она рассказывает о работе своего питомника и о возможностях для специалистов. Поводом для встречи стала уникальная ландшафтная фотовыставка «Растения в садах», которую впервые привезла в Самару ее идейный вдохновитель и организатор Светлана Чижова. Я хочу, чтобы у нас вся Россия становилась все красивее и красивее каждый год, да, все лучше и лучше. И для этого в первую очередь необходимо, чтобы студенты смотрели, да, как бывает, как можно сделать красиво, и использовали это там сначала в своих дипломных работах, потом на своих рабочих местах. Местом для фотовыставки и форума выбрали Аграрный университет. На мероприятие приехали студенты из 7 учебных заведений губернии, где готовят будущих специалистов по работе с растениями. Задача – рассказать о молодой востребованной профессии. Какие перспективы есть у студентов для работы, для дальнейшей работы, к чему они должны стремиться, к чему они должны идти, на что могут ориентироваться и вообще, где они будут востребованы после того, как закончат свое учебное заведение. Для нас это центр связи наших студентов, которые сегодня уже заканчивают, это третий, четвертый курсы, старшие курсы, да, магистранты, которые учатся по этому направлению, с возможностью пообщаться непосредственно с работодателями. Такой обучающий форум – это только первый шаг к популяризации современной профессии. В дальнейшем садоводы и дизайнеры намерены расширять круг слушателей, а сама фотовыставка отправится в другие регионы России. Вероника Тивикова, Наталья Гельманова, Александр Рябченко, «Вести», Самара.